Друзья, приветствую всех на канале Птичий дом. Сегодня будет обзорчик на осадники, переноски, гибки и так далее и тому подобное. В общем, осадники у вас на экранах. Сейчас я кратенько постараюсь рассказать о том, из чего они выполнены и какого они размера. В общем, сделаны из дуба толщиной 8 мм, в качестве прутка нержавейка толщиной 1,6 мм, расстояние между прутиками 15 мм. Одна дверка расположенная, ну, с одного из торцов, отсадники полностью прутком, донышко фанера толщиной 4 мм. Сечение рейки, не помню, сказал, не сказал, толщина, вернее, рейки 8 мм. Отсадники довольно большие, по размеру они 25, ну там без пары миллиметров, 25 на 15 на 15. Ну, опять же, размер я говорю приблизительный, потому что там где-то, ну, дабы было одинаковое расстояние между прутиками, чтобы это все более-менее адекватно смотрелось, где-то приходится чуть уменьшать размер, где-то чуть увеличивать. Но если округлять, то 25 на 15 на 15. Где-то там ближе к 16, где-то ближе к 15 высота и ширина их. В принципе, отсадники эти будут держать фактически всю птицу. Но, насколько я понимаю, их будут использовать для транспортировки канареек. Потому что идут они в комплекте с клетками, обзор на которые был не так давно. Если не забуду, вставлю ссылочку. Поэтому я думаю, что в них будут там возить или просто учить петь канареек. На самом деле, не знаю, это исключительно мои предположения. На этом я буду закругляться. Спасибо всем большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Всем удачи, хорошего настроения. Пока.